Дорогие любимые мои зрители, сегодня последний день уходящего года. Конечно же, он всем нам запомнится по-разному, но я уверена, что в жизни каждого из нас в памяти на долгие годы останутся только счастливые моменты и события. В новом году желаю вам здоровья, потому что это главная ценность в нашей жизни. Чтобы близкие, любимые и родные всегда были рядом с нами. Ведь именно они создают вокруг нас счастье, радость и улыбки. Пусть желание, которое вы загадаете в эту новогоднюю ночь, обязательно сбудется. С новым 2023 годом вас, друзья! Ну а сейчас я подведу итоги новогоднего розыгрыша, в котором приняли участие многие мои зрители. Итак, розыгрыш провожу рандомно через сайт Lisa On Air. Вставляем ссылку на видео, в котором я провожу розыгрыш, и нажимаем кнопку «Старт». Ждем. Первым давайте разыграем кухонные весы. Кто же будет первым счастливчиком? И это Марина, но вижу, что список подписок скрыт. К сожалению, я не смогу проверить, подписаны ли вы на меня. Да, увы, но подписки на каналы скрыты. Поэтому обновляем поиск победителя. Итак, Евгения, тоже подписки скрыты. И здесь скрыты. Друзья, если вы участвуете в каких-либо розыгрышах, то на время его проведения нужно подписки открывать, чтобы все было по-честному. И кто же будет первым счастливчиком? Ура! Наконец-то мы дождались первого победителя. Никита Сидин, вы выиграли кухонные весы. Подписки открыты. Вижу подписку на мой канал. Поздравляю вас! Скоро с вами свяжусь. А мы обновляем поиск и ждем второго счастливчика, который выиграет кухонные весы от бренда Аберхоф. И это Ольга Мызникова. Подписки открыты. Давайте проверим. Так, вот подписка на мой канал. Поздравляю вас! Обновляем поиск и разыгрываем многофункциональную овощерезку. И у нас сразу победитель – это Леонид Миновщиков. Поздравляю! Овощерезка уезжает к вам. Леонид, теперь я знаю, кто в вашей семье будет главный на кухне. Ну а мы возвращаемся к розыгрышу, и на кону у нас классная современная мини-печь от бренда Аберхоф. Итак. И мини-печь уезжает к Наталье Гуртовенко. Наталья, от чистого сердца поздравляю вас с победой! Друзья, верьте в чудеса, участвуйте в конкурсах и розыгрышах. И спасибо всем за участие. С Новым годом вас!